привет! В этом видео речь пойдет про беспроводной микрофон для iPhone. Вот в таком минималистическом варианте, который у меня висит на груди. Ну и второй донгл вставлен в сам iPhone. Хотелось бы рассказать про опыт его использования, про его недостатки. Я очень часто читаю под своими видео, что у меня плохое качество звука, поработать со звуком. Да, у меня есть петличка Saramonic, довольно массивная, которая с проводами. Ее нужно подключать там, долго сперва к iPhone через группу проводов, потом, соответственно, вешать на себя этот передатчик. И не всегда есть возможность. Если видели мои последние видео, они у меня вообще про ремонт машины, про ремонт квартиры и технику, которая стоит денег, туда тащить совершенно не хочется. Я снимаю коленки как есть, потому что мне хочется рассказать о том, что я делаю, а не показать там супер классную картинку, а не коммерческий вариант съемки. И хотелось найти микрофон, который бы удовлетворил. Вот заказал этот вариант, стоит около 2000 рублей. Ссылку на AliExpress я добавлю в описании видео, но не торопитесь покупать, пока не узнаете все недостатки этого микрофона. Перед покупкой я посмотрел немного обзоров, послушал звук. Меня, в принципе, устраивало, как люди рассказывают, но большинство людей использовали этот микрофон с интерфейсами USB Type-C. Ну и, соответственно, с Android-смартфонами. И у них, в принципе, все хорошо. Они рассказывают, показывают дальность, то есть там 10-15 метров может держать, да вполне за глаза хватит, как бы не вопрос расстояния. Мне главное, вот, даже чтобы он на расстоянии там, вытянутой руки 3-5 метров записывал мой звук, и этого будет достаточно. А проблема здесь у меня кроется в следующем. Когда я подключил, начал записывать, может, вы уже услышали эту проблему, я не обладаю идеальной артикуляцией, дикцией, вообще техника речи у меня не поставлена, голос не идет от мембраны вверх и, соответственно, голосовым связкам, а где-то формируется в легких и выходит. И от этого я могу проглатывать окончание, а в этом микрофоне есть умное шумоподавление. Оно, соответственно, построено таким образом, если амплитуда звука какого-то предела не достигает, все отсекается и просто записывается пустота на передатчик, который находится в айфоне, не передается сигнал и идет отсутствие сигнала. Отсутствие сигнала, что это отсутствие звука. Вообще никакого интершума, а идеальная тишина, она раздражает ухо. Просто получается диссонанс, и звука никакого приятного нет. То есть идет голос, хороший уровень, все слышно приятно, и потом тишина. И потом пауза, просто провал. Как будто уши заткнули пробками. Это не классно, и с этой проблемой я не поборолся. Пытался перезагружать, сбрасывать, чтобы я не творил с этим микрофоном, ничего не помогло. Даже нашел тут такой момент, что если дважды нажать на кнопочку, которая эту кнопку включения питания, это просто выключение микрофона. А как заставить не работать умное шумоподавление, либо уменьшить его качество, уменьшить его интенсивность, я не нашел проблем. Поэтому этот микрофон я не рассматриваю как вариант для постоянного использования для записи своего голоса. Это все видео было записано на этот микрофон. Еще раз повторю, ссылка в описании. Качеством по итогу я недоволен, насколько не было хорошее качество записи речи на этот микрофон. В общем, делайте выводы, делайте выбор, и всем до новых встреч. Пока!